Гастрономический фестиваль состоял из развлекательно-познавательной и соревновательной частей. Со студентами профильного колледжа и журналистами шеф-повара делились секретами, как правильно составлять меню, чтобы удержать гостя и сохранить прибыль, о значимости и разновидностях фастфуда в меню ресторана, о разнообразии русской кухни. В соревновательной части фестиваля три десятка конкурсантов поделили на две группы – опытных шеф-поваров и юниоров со стажем до 3 лет. Поварам в случайном порядке раздавали ограниченный набор продуктов, из которых они могли приготовить что угодно на свой вкус. Как признался конкурсант Сергей Лапшин, в голове у повара всегда должен быть не один десяток рецептов, что позволит ему приготовить блюдо из любых продуктов. Сегодня я приготовил курицу, сделал из нее рулетик, фаршированный сельдерей. Также там был сате овощной из лука и перца. У кого-то баранина была, у кого-то говядина. Вот мне попалась курица, поэтому я ее приготовил. Участие в гастрономическом празднике для мастеров кулинарного искусства – это проверка уровня собственного профессионализма и обмен опытом с другими поварами, отмечают организаторы. В целом мы проводим это уже 3-й год, это мероприятие, и задача наша, как Федерации рестораторов и ательеров, это повысить уровень и престиж профессии повара.